Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал «Футбол – это жизнь», и мы продолжаем делать прогнозы на матчи чемпионата мира 2022 года в Катаре. Матч Франция против Дании. Обязательно пишите ваш прогноз на этот матч в комментариях, интересно будет потом почитать. Ну что же, сборная Франции в первом туре обыграла сборную Австралии со счетом 4-1. Ну а вот датчане сыграли в ничью против сборной Туниса, и сборная Франции встречалась с сборной Дании в прошлом чемпионате мира, на прошлом чемпионате мира в России, и это был единственный матч, который закончился в нулевую ничью. Вот. Но посмотрим, как будет в этот раз. Ну, в этом чемпионате мира уже побольше у нас таких результатов, как 0-0, но вот мы видим, что датчане выходят вперед благодаря голу Каспера Дольберга. Вот на 10-й минуте. Опасно. Начинают французы с пропущенного мяча. Ну, в принципе, они с австралийцами так начали. Потом вроде как собрались. Но вот уже к 20-й минуте счет 2-0. И забивает Кристиан Эриксен. Для него это очень важный гол. Возвращение в большой такой вот футбол. Тут еще и на международном уровне после вот этого вот инцидента на Евро-2020 и возвращение в футбол, во-первых, сначала в английскую премьер-лигу, в Брэнфорд, потом в МЮ, а теперь уже вот и забитый гол за сборную Дании в ворота действующего чемпиона мира. А счет уже 3-0 к перерыву. Ну вот, где-то вот прошелся крах на поле в первом тайме у сборной Франции. Надо обязательно собраться с мыслями, но не знаю, что тут можно теперь исправить. Соперник не тот, который даст пропустить 3 мяча, как у нас в прогнозе было, что поляки, забив сначала 3 мяча на ворота Саудовской Аравии, потом пропустили также 3 от аравийцев. И тут практически так же все началось с штрафного удара. Вот Поль Погба отыграл один мяч, но этого, скажу вам по секрету, не хватит. Ответный штрафной от сборной Дании попадает в перекладину. И на этом все. Моменты были у французов в концовке, но победа все равно за датчанами 3-1. Друзья, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые ролики и стримы. С вами был Андрей, канал «Футбол – это жизнь». До новых встреч, друзья. Всем до свидания.